Ах ты, удаль Люберецкая! Под таким названием состоялся 21-й большой танцевальный окружной фестиваль. Целый день в хореографическом мастерстве состязались 75 коллективов в 5 возрастных категориях. Перед членами жюри стояла непростая задача, ведь в конкурсе участвовали сильнейшие таланты муниципалитета. Ты в танцах, так смело можно сказать, каждому из 1500 участников фестиваля. В этот день на сцену Дворца культуры вышли 75 хореографических коллективов. Цель масштабного весеннего конкурса, как и прежде, привлечь подрастающее поколение к прекрасному и через танец научиться выражать свои эмоции. Чтобы дети были знакомы с хорошим, с прекрасным, с замечательным. Потому что в нашей жизни, к сожалению, этого мало. А здесь то, что от земли, то, что от народа, то, что от родителей и преподавателей. Популярность фестиваля ежегодно растет. Вот уже более 20 лет в Люберце съезжаются коллективы со всех близлежащих городов. Современные, эстрадные, народные и классические танцы. Конкурс «Ах ты, удаль Люберецкая» всегда отличался изобилием направлений и талантов. В холле Дворца культуры тоже царит творческая атмосфера. Здесь свои выступления до мелочей отрабатывают конкурсанты. Красковский коллектив «Волшебная страна» – лауреат международных и всероссийских конкурсов. Для них участие в Люберецком фестивале – это обкатка новых программ и улучшение уже имеющихся результатов. Мы всегда говорим о том, что конкурс – это прежде всего опыт, и тем более для наших детей. Посмотреть на других, показать, что умеем сами. Перед членами жюри стояла непростая задача. Целый день они оценивали выступления ребят в 5 возрастных категориях от 7 до 18 лет. А это 150 номеров в исполнении сильнейших талантов Люберецкого округа и гостей из соседних городов Подмосковья. Анна Троян, Никита Скроган, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.